Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, сообщила в своем телеграм-канале о присоединении к странам БРИКС Аргентины и Ирана. Пока в Белом доме думали, чтобы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Страны подали соответствующие заявки после недавнего саммита БРИКС. Ранее о подаче заявки Ирана на вступление в БРИКС сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Саид Хатибзаде. Безусловно, Иран – это одна из ведущих стран в регионе Ближнего и Среднего Востока. Конечно, без Ирана процессы практически в этом регионе не могут нормально развиваться. Страны Южной, Латинской Америки, в том числе Аргентина, они стремятся любым способом выйти из-под влияния Соединенных Штатов, стать самостоятельными акторами на международной арене. И вот 14-й саммит БРИКС, он как раз и подтвердил намерение целого ряда стран, включая и Аргентину, и Иран, действовать совместно со странами БРИКС. На данный момент в объединение входят Россия, Индия, Бразилия, Китай, ЮАР. Расширение БРИКС было повесткой последнего саммита БРИКС+. Также одной из центральных тем стало изменение валютно-финансовой экономической политики. Страны высказались о необходимости прозрачности международных финансовых отношений. В целом, страны БРИКС, они высказались за то, что сделать более прозрачной международную финансовую, экономическую сферу. Признали, что система международных расчетов, которая сегодня существует, она несправедлива по своей сущности. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к расширению БРИКС. Также было отмечено осторожное отношение к данному процессу. Прежде всего, это важность определения процедуры и требований к кандидатам на вступление. Валерия Гарнашева, Универньюз.